Всем привет, на связи FredMiner. В сегодняшнем видео хотел бы поподробнее разобрать проект под названием AlphaGPT. На днях я делал пост об этой платформе. Дроп похоже как с CreditDAO, нужно иметь BAP токен. И за этот BAP токен вам дают бесплатно некоторое количество монет. Эти монеты можно каждый день разблокировать. В общем, тема схожа с CreditDAO. Также есть здесь возможность зарабатывать 3% в сутки от своего депозита. Минимальный депозит составляет $20. Если даже у вас нет BAP токена, вы все равно сможете заработать, используя тему с роботами. 3% в день от своего депозита, будто там $20, будто 80 и так далее. В общем, как и все остальные, сможете зарабатывать 3% в день, используя роботов. Плюс есть тема с бесплатным роботом, который фармит в день бесплатно 40 центов. В общем, я тестировал эту платформу, закидывал $20. Вывод здесь рабочий. Все происходит в блокчейне Binance Smart Chain. Нужно просто за комиссию платить там в BNB. В общем, все работает, все приходит. Вот как раз-таки самый крайний пост у меня в телеграм-канале. Я делал уже пост с тем, что покупал робота уже за $80. В общем, сейчас я вам покажу, как здесь все устроено. Самый первый пост у меня от 11 числа. Здесь есть вся инструкция. Можно получить бесплатно 35 баксов эквивалентом токенах AGPT. Инструкция. Переходим по ссылке в описании на сайт, подключаем кошелек с BAP токеном и ставим сеть на Binance Smart Chain. В главной панели нажимаем токены, потом Receive. В общем, здесь вся инструкция разложена. Нужно просто зарегистрироваться. Далее каждый день нажимать на кнопку KYC Daily Vote. И во вкладке робот заходим в My Robot и жмем Start Quantify. То есть там будет бесплатный робот. Вот он так выглядит, вот такая вот миниатюрненькая платформа. Удобно будет, кстати, на мобильном телефоне здесь поюзать. В общем, вот такие вот вкладки: Market, Robot, Token, Team и Mine. Во вкладке Market у нас расположена информация о самой платформе. Также цена на данный момент на один токен AGTP составляет $1 и 80 центов. То есть почти 2 бакса стоит этот токен внутри платформы AlphaGPT. Во вкладке роботы можете посмотреть, какие сейчас у вас все есть роботы. Самый первый у нас идет Binance Bot стоимостью $20. В день он будет вам приносить по 60 центов. Плюс за активацию сразу же вам дадут 0,5 токенов AGPT. По текущему курсу это примерно 90 центов. Далее идет у нас Coinbase Bot стоимостью $80. В день он вам будет приносить по 2,4 доллара. $2.40. И сразу же за активацию вам дадут 2 токена AGPT. Далее идет KrakenBot стоимостью $220. В день он будет приносить $6.60. Плюс за активацию сразу же вам бесплатно дадут 5 токенов AGPT. Ну и так далее. Самый дорогой здесь бот стоит $50,000. Apollo X Bot. Сразу же за активацию там можно вытащить 800 токенов AGPT. В общем, вот такие у нас есть в наличии роботы. Каждый робот будет функционировать по заявлениям разработчиков 365 дней, то есть 1 год. Чтобы купить какого-либо робота, вам нужно для начала закинуть на свой MetaMask кошелек определенное количество USDT. Далее эти USDT нужно будет отправить на платформу AGPT. Для этого переходите в вкладку Mine, здесь нажимаете кнопочку Депозит, указываете то количество USDT, которое хотите перекинуть с MetaMask сюда, и нажимаете на клавишу Sure. Подтверждаете транзакцию, и USDT у вас списываются с MetaMask и закидываются сюда на платформу. Здесь вы сможете приобрести того робота, которого пожелаете, во вкладочке Робот. Во вкладке Mine расположена у нас информация о балансе. Также здесь можно обменивать AGPT на USDT. Просто здесь пишите количество AGPT, допустим, max, и Confirm Exchange. Он у вас автоматически конвертирует, и можете уже выводить USDT к себе на кошелек. Также хочу отметить тот факт, что по понедельникам здесь бесплатная комиссия. Сколько выводите, столько и приходит на кошелек. А в остальные дни
у нас комиссия составляет 10%. Минимальный вывод от 3 USDT. Средства приходят моментально, можно сказать, там в течение пару минут. Самый первый вывод, когда я тестил робота за 20 баксов, выводил я, в общем, USDT. 4,2 USDT у меня накапало было. И с учетом комиссии в 10% пришли 3,8 USDT. Вы сможете вот как можете в деталях посмотреть время. То есть в 20:29:51 я нажал на вывод. И как раз через пару минут вот, бот мне пришло оповещение, что средства поступили на мой MetaMask кошелек. В общем, вывод здесь быстрый и все работает. Теперь же я активировал робота за $80. И здесь уже мне сразу же начислили на баланс 2 токена LGTPT. Я их также обменял. Свапнул, и сейчас продемонстрирую вам второй вывод, как раз таки в режиме онлайн. Сейчас посмотрим, сколько у меня здесь USDT. Вот по нулям на данный момент USDT на кошельке. Сейчас сделаем вывод, нажму на клавишу Mine. На данный момент накапало у меня 12,28 центов, $12.28. Для вывода нажимаем клавишу Withdraw. Здесь нажимаем на Max и на кнопочку Sure. Successful. Заявка принята. Ждем USDT на кошелек. Время у нас 18:59, понедельник, 17 число. Видим, что уже USDT с основного баланса списалось. И ждем их. О, как раз вот уже поступили, моментально поступили. Можно сказать, там минуты ушли, и 12:28:55 USDT у меня уже на кошельке. Вот таким вот образом происходит у нас заработок на данном проекте. В день сейчас у меня суммарно с роботов капает по 3 бакса, так как у меня сейчас в наличии 2 робота. Первый робот приносит мне $2.40, а второй же 60 центов. В сумме получается 3 бакса у меня капает каждый день с этих роботов. Бесплатный робот, который приносит 40 центов, он работает так примерно 4 дня, по-моему, если не ошибаюсь. В общем, с него можно определенное количество USDT тоже вытащить. Но если у вас в паре, допустим, Coinbase или Binance Bot, то будет еще лучше. То есть, получается, на халяву вам дают просто некоторое количество USDT. Сегодня у нас понедельник. Как раз я вот хотел потестить вывод именно в понедельник, так как у проекта было заявлено, то, что каждый понедельник у нас вывод без комиссии. Проект у нас полностью рабочий, функционирует он примерно около 2 месяцев. На мой взгляд, еще столько же он, как минимум, должен еще прожить. Я думаю, то, что X2 здесь в любом случае, если заходить прямо сейчас, то можно с легкостью это сделать. Инвестируйте только ту сумму, которую не боитесь потерять, потому что скам неизбежен. Таких проектов у нас очень много, но в основном у них везде по 3% капает в сутки. Здесь аналогичная же тема. Вкладываете определенную сумму, и с каждой суммы в день по 3% можете получать. Все, наверное, помнят историю с CreditDAO, где у них токен до почти 4 баксов доходило. Я думаю, здесь будет примерно похожая ситуация. И вот можно даже на это ориентироваться, что токен сейчас стоит $1.80. Если данный проект также проживет до примерно таких же отметок, когда токен будет стоить 4 бакса, то это будет вообще замечательно. В общем, работаем, друзья. С вами был Фред Майнер. Все новости, все актуалочки также буду публиковать у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь. Все ссылки оставлю в описании под видео. Всем удачи, пока!